Больше 200 актеров и 15 спектаклей в детской театральной школе рассказали о предстоящем международном фестивале «Грани-2016». Его посвятили столетию Мурманска. На сценической площадке детской театральной школы соберутся юные актеры из разных городов России, Германии и Франции. Конкурс проводится уже в 8-й раз. По словам организаторов, разнообразная программа удовлетворит вкусы любого зрителя. В этом году учащиеся театральной школы покажут 5 работ. «Снежная королева», «Дети военного Мурмана», «Золотой петушок», «Конек-горбунок» и совместный проект с немецкими артистами. Конкурсные представления будут оцениваться в нескольких номинациях в жюри представители театральных вузов России и Грузии. Также запланирована экскурсионная программа. Гости города посетят краеведческие и художественные музеи. Открытие фестиваля состоится 24 и продлится до 29 февраля. Что касается детской театральной школы, то мы растем в организации, мы растем в содержательной части, и мы растем, наверное, количественно. И один спектакль внеконкурсный показ – это как раз спектакль нашего члена жюри Лаши Гагниашвили Грузии и преподавателя мастер-классов Джамели Мамуди Франция. То есть у них совместный есть спектакль, который они покажут нам таким подарком для фестиваля.